Привет, народ! Сегодня уже ровно середина лета, ну, чуть даже больше прошло, 17 июля. Жалко, конечно. Лето уходит, уже прошла половина лета. У нас наконец-то ночью был дождь, ливень, жара стояла сумасшедшая. Очень тяжело в жару в Сибири, очень тяжело. Ну вот, начинает поспевать проса попугаем. Это дикая проса. Это красная. Овес. Скоро это все гречиха. Рапс. Скоро это все будет в молочной зрелости есть наши попугаи и канарейки. Ладно, дело, разговор не об этом сегодня. А вот наши овечки. Вот они, наши красавицы, стоят, ждут травы, когда я им дам. У них я сейчас подметаю, у них очень чисто. Представляю, если еще будет гореть внизу навоз, и такая жара стоит, это вообще я не знаю, что с ними будет. Это они у меня стоят вот в загоне, я их не пасу, своего содержания. И вот он навозный, свежайший навоз, сейчас я подмел, убрал. Я хочу посмотреть, как его будут вообще кушать, нет, черная линка. Пойдемте дадим, вот честно, интересно. Вот сейчас подмел я его, свеженький. Пойдем, сейчас дадим нашему опарышу черной линки. Мухи сейчас стало меньше. Ну, волна идет, волна. То много, то мало, то средне. Тяжело контролировать, прям, чтобы было все одинаково. Ну, ничего. На продажу хватает, и для себя хватает. На продажу отправляю. Опять стали заказывать хорошо. Так, че этот сытый? Это все есть. Ну давайте еще. Ну-ка, мелочь. Ну-ка, вот этому кинем. Вот этому кинем немного. И через часик придем, посмотрим. Как он вот-вот. Вот смотрите. Вот, запоминайте. Вот раз. Два. Три. Так, сюда кидать не буду. Это уже почти предкуколка. Поэтому пачкать его не будем. Я его в инсектарии уже засыплю. Так, ну, здесь тоже. Здесь еще еды полно. Ну ладно, кидаем. Ради интереса. Так, мелкого. Так, вон там у меня мелкий, но там столько корма, но вряд ли он будет его есть сейчас. Давайте сюда кинем. Сюда. Ведро, короче, сейчас. Сейчас накормим мы это. Ладно, сегодня курям вечером не буду давать. Накормим. Здесь ее мало. А, нет, она душно, жарко. Все мучаются, животные, даже он. Опарыш какой-то. Жарко ему, наверное. Так, давайте вот сюда, еще вот здесь вот прям активные такие, подкинем. Так, ну-ка, вот этот тазик посмотрим. Сейчас, вот здесь малек должен быть. А, ну малек уже крупный, да. Уже вон он какой. Вот. Ну давайте сюда тоже кинем, что. Посмотрим как раз. Прям вырастить на нем тоже надо попробовать. Прям вот заселить сюда. Это, как его. Но его, конечно, его надо будет смочить. Это слишком сухой для... Вот такой субстрат никогда не заселяйте или не ставьте яйцо. Ну, в 90% случаев этот малек умрет. Ему надо... Вот видите, вот здесь даже влага еще вон есть. Ему надо ставить, чтобы была жижа.
как пюре, как в этот, здесь уже отца, это сухое молоко. Вот влага должна быть большая прям, чтобы малек мог питаться. А когда уже засохший или вот такой субстрат, конечно, он там ничего не сможет откусить. Слишком жестко для малька. Так, ну и вот здесь тоже такой средненький. Ладно, сегодня я курам ради эксперимента не буду давать. Все, вот, все ящики засыпали. Сейчас время. Блин, камеру неохота пачкать. Ладно, сейчас посмотрим. Время у нас на данный момент 16:35. Да стой ты. 16:35. Все, ну давайте через часик. Пойду я кормить сейчас всех. Как раз сейчас по хозяйству управлюсь и придем посмотрим. А этих сейчас ребят закину в инсектарий. Уже готовые. Крупный. Куколка здоровая. Сейчас мы ее закинем в инсектарий. Так, ну а курочек обижать не будем. Вот шкарлупа. Панцирь от предкуколки. Это с инсектария. Ну и дохлая муха. А то девки обидятся. Они же нам яйца несут. Цыпа-цыпа. Сегодня поедят. Остатки. Тоже съедают хорошо. Ну, видите, тоже неплохо едят. Все подчистую сейчас едят. Так что от черной львинки абсолютно все идет это, на корм. А даже едят зоогумус, вот, который сейчас я видели. Он не черный, а отруби эти, как бы они бы полупереработанные. С большим удовольствием даже его съедают. Моська, иди сюда. О, ты запуталась, что ли? Моська. Жарко она там. Вон Моська наша. Это Моська, которая вторая собачка. Она здесь курей охраняет у нас. Сейчас я тебя разум... Она, потому что мы ее посадили на цепь, в огороде ковырять начала. Поэтому пока сидит. Вот у нее будка. Здесь курей у нас охраняет. Сейчас немного огород кончится. А тогда отпустим, а пока... Объясняли несколько раз, не понимает. Поэтому посадили на цепь. Так что... Все, ладно, давайте, ждем. Пойду я кормить сейчас. Травки им дам. То есть, вон. Сплошным ковром накрыли они эту предкуколку сухую и поедают. С большим удовольствием. Вот кто соблюдает правила нашего двора, законы нашего двора. Ну не стесняйся ты. Ходит вот так. Вольно, да, Жозефинь? Жозефиня, ты же у нас аккуратно ходишь, да? Не гадишь, не ковыряешь. По грядкам не ходишь. Да, Жозефиня? Вот умница, вот она ходит. Не на цепи. А тот, кто не понимает, ну приходится. Здорово. Приходится променять меры. Здорово. Что, жарко, да? Все равно жарко, душно. Жарко. Жозефиня ждет зимы. Каждый день ходит, заходит в речке, купается. В холодной воде. Тяжело собакам тоже в жару. Вот ровно полчаса прошло времени. Зашел посмотреть. Ну давайте посмотрим вместе. Кто-нибудь там не сказал, что я убрал. Просто его сейчас не останется. Поэтому я и показываю. Раз. Он его ест с огромным удовольствием. Я прям удивлен. Это же просто офигенно. Теперь экономия отрубей будет. Правда, овцы его навряд ли уже будут есть. Кто смотрел видео, его едят даже овечки. После навоза, наверное, они не будут его есть. Ну, зато будет с большим удовольствием есть птица, куры, попугаи. Ну, для овец и для попугаев даже, я думаю, надо выращивать на отрубях. А для курей можно отруби с этим, бараньим навозом. Посмотрите, с каким огромным удовольствием
Они едят свежий навоз. Прямо чавкают, аж здесь слышно. Смотрите, что здесь творится. Я думал, они его не будут кушать. Все, здесь вообще уже ничего не осталось. И так в каждом ведре. Смотрите. Все, это через час здесь даже и следа не останется от этого навоза. Я, если честно, прям удивлен. Так, ну-ка, малек. А, вот малек тоже напал. Видите, вот. Вот. Малек вылез прямо на него. И смотрите, с каким большим удовольствием он его ест. Ну, то же самое, органика, да, получается. Вот барашка съел, это трава пережеванная, там то, что с желудки, что надо, с нее забрал организм. Остальное вышло. И я прям удивлен, честное слово. Коровий навоз, они, у меня, правда, его нету, но я уверен, что они еще лучше его будут есть. Он мягкий. Помягче, чем вот эти шарики. Ну, видите, что, оказывается, как можно кормить. Да, я прям рад. Я, короче, попробую. Так, блин, сейчас заказы у меня. Заказы, ладно, я один день оставлю. Яйца. Так. Послезавтра, наверное, я себе яйца оставлю. И запущу сразу же в навоз. Попробую вырастить чисто на навозе. Надо его подготовить. Такой для малька не пойдет. Надо его немного растворить в воде. В отруби не буду. Чисто попробовать вот на этом навозе. И посмотрим, что как. Как он вырастет и какой будет. Смотрите, что я вообще, почему я раньше-то не попробовал дать, а? И от него вони нету, самое главное, как от куриного. От куриного просто в помещении невозможно находиться, если есть навоз куриный, ест его этот личинка, и в такую жару здесь сдохнуть можно будет вот в этом помещении. Здесь ужас, что будет твориться. Вот это аммиак. А с бараним-то вообще запаха практически нету. Потому что голимая трава переработанная. Так что вот так, народ. Я очень удивлен, что с таким огромным удовольствием наш опарыш — это вообще офигенная вещь в хозяйстве. Если его держать, кто держит, я думаю, понимает, что это за вещь. Как он дает, какую он приносит выгоду, прибыль. Куры несутся, и если, я думаю, даже вот овце давать, овцам, барашкам давать на откорме его, я думаю, там будет обалденный результат. Но это мы еще все увидим и посмотрим, и попробуем. Вот когда ковырял, вот зашел, здесь не было ни одного, где-то он там везде, видите, только насыпал, он весь вылез наружу. Я же говорю, блин, отлично. Значит, он будет легко есть. Легко вообще. Коровий навоз. Лошадиный. Думаю, ну, лошадиный и то, еще он это. У лошадей же не так переваривается, как у, ну, овец и у коров. У них переваривание идет хуже. Там больше остается питательных веществ. Так что вот как-то так. Все, ладно, я. Если время будет, конечно, я поснимаю это. Сейчас, завтра я навоз приготовлю для малька. Посмотрим, поснимаю эти ролики несколько дней, как он будет на нем расти, не будет. Или его потом можно добавлять. Короче, ладно. Если не обещаю, но если время будет, я такой вот эксперимент проведу. Ну все, спасибо за просмотр. Всем пока. Вот. Увидели своими глазами. За полчаса все чисто. Все, практически все, ничего не осталось. Три кучи, вот именно вот сюда я ссывал три кучи здоровых, вот с руки, три кучи сюда закидывал. Так что вот такие вот дела. Ну ладно, всем пока, народ, скоро увидимся.